Вот эта негритянская тема, она появляется и в музыке.
музыки. И именно благодаря художникам, как бы вопреки сопротивлению музыки, как говорил Франсис Пулен, свирепствовавшая в то время африканская тема, от художников переходит к музыкантам. Важно еще сказать, что вокальные миниатюры французских композиторов сегодня будут звучать многие впервые. И все будут звучать на французском языке. Это правильно, поскольку, как говорил французский композитор Франсис Пулен, поэзия непереводима. И мы выражаем благодарность и признательность Ирине Алексеевне Бужукене за перевод, помощь во владении французским языком. И выражаем благодарность также Надежде Михайловне Ложечкиной. У каждого свой Монмартр и своя мечта. Кто там говорит, мол, душа пуста, мол, все отболело, чему там еще болеть? Нет, приятель, жизнь – вот повод, чтобы о ней запеть. Итак, мы начинаем. Амбруаз Тома. Слова Мишеля Каре. Вечер. Для вас поет заслуженная артистка России Анна Девяткина. Партия фортепиано Лилия Сказкина. Живопись Нины Зотовой. Thank you.
развлечение, поведать приключение и всех вас рассмешить. Я о влюбленном нежном, что тихий, безмятежный всегда имеет вид. Расстрастно был влюблен, но как не бился он, никак не мог принять. Как имя знать хотите, скажу, но вы молчите. Не любит он шутить, не любит. Вы будете смеяться, да как тут удержаться? Его вам назову, но нет, право, не могу. О дальнейших приключениях старого влюбленного, который пошел на свидание ночью без фонаря и вызвал взрыв смеха, вам поведает музыка. Луи Обер, «Взрыв смеха», живопись Николая Зотова. Thank you.
сжигает жарко. Оберегись его, мой друг. Жорж Безе, слова Виктора Гюго, прощание арабской трактирщицы, живопись Николая Зотова.
рыдания в гортани, моя любовь исчезла без следа, земля и небо, плачьте, нами не возвратиться никогда. Эрнест Шассон, слова Альфон де Лиля, нами, живопись Нины Зотовой. Thank you.
Николая Зотова.